Представляем вашему вниманию очередной выпуск основных торговых сигналов дня. С вами я, Шанет Маклаклин. Давайте узнаем, как технические индикаторы соотносились с настроением межбанка 8 по Гринвичу. На часовом графике пары евро-доллар превалируют бычьи сигналы. На 4-часовом 6 нейтральных сигналов. На дневном графике 5 красных сигналов, которые соответствуют короткой позиции межбанка в размере более 18%. Перейдем к паре фунта-доллар. 6,5 зеленых сигналов на часовом и 4-часовом графиках соответственно. На дневном графике 4 сигнала на продажу, которые соответствуют короткой позиции межбанка в размере более 30%. На часовом графике пары доллара и иена преобладают нейтральные сигналы. 7,8 бычьих сигналов на 4-часовом и дневном соответственно, которые поддерживаются длинной позицией межбанка в размере более 43%. На часовом и 4-часовом графиках пары фунта иена 5,7 сигналов на покупку соответственно. 6 нейтральных сигналов на дневном, которые поддерживаются длинной позицией межбанка в размере менее 14%. На часовом и 4-часовом графиках пары евро-иена превалируют зеленые сигналы. На дневном графике 4 нейтральных сигнала. Нейтральная позиция межбанка в размере менее 5% соответствует техническим индикаторам дневного графика. Торговые сигналы четверга подошли к концу. Оставайтесь с нами и не забывайте, что наша статистика обновляется каждый час. До свидания.